Огромное спасибо. Дамы и господа, свой концерт, свою программу я начал с самой главной песни, которую посвятил своей маме. Вы знаете, говорят, время лечит. К сожалению, не всегда. И как самое дорогое в жизни я буду хранить воспоминания и каждый день думать о ней. Первое отделение своей программы я хотел бы закончить новой песней, которую посвятил своей маме. После Бога нет священий храма, где твоя любовь жила всегда. Как ты за меня переживала, в сердце умещается с трудом слезы, огорчения. Скрывала, наполняя только счастьем дом. Руки теплые, руки нежные, занавесочки в окошке белоснежные. Руки теплые, руки нежные, обнимая греет душу мою грешную. Ты своих ночей не досыпала, без остатка отдала себя. Песенку мне на ночь напевала. Спи, сынок, люблю тебя. На душе твоей разлуки раны, инеем покрыта голова. Помните, что есть на свете мама. Ждут они детей своих всегда. Руки теплые, руки нежные, занавесочки в окошке белоснежные. Руки теплые, руки нежные, обнимая греет душу мою грешную.
уникальный голос. Во-вторых, содержательные песни, искренность, красота в исполнении. И то, что он говорит в своих песнях, веришь ему, потому что он уникален, неповторимый, потому его все любят, и стар, и мал. И дай ему Господь Бог, чтобы он его хранил.